В Казанском районе создан оперативный штаб по организации мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации и проведения работ по ликвидации ЧС. Жителям улиц Совхозной и Советской в селе Казанском, находящимся в возможной зоне подтопления, рекомендовано готовить вещи к эвакуации, а также позаботиться о своем имуществе. Определено место для размещения вещей по адресу поселок Новоселезнево, улица Ленина, дом 271А, помещение спортзала.